Начальник Госсанэпидтехнадзора Московской области Татьяна Витушева провела пресс-конференцию на тему «Надзор за чистотой подмосковных дорог». Руководитель службы рассказал журналистам об основных направлениях деятельности инспекторов. Работа в летний период значительно отличается от зимнего и включает в себя инспекцию за несанкционированным выбросом дачниками мусора, проверку состояния дорог и обочин и придорожной инфраструктуры. В ходе инспекции проверено 900 объектов дорожного хозяйства и выявлено более 500 нарушений. Самое главное и самое первое, чего мы добились за этот период времени, мы приучили дорожные службы оперативно устранять выявленные нарушения, и время исполнения предписания от выявления до полного результата наведения чистоты и устранения выявленных каких-то проблем сократилось в два раза. Активную надзорную деятельность ведут и инспекторы 25-го отдела Госсанэпидтехнадзора, которые мониторят ситуацию на территории Ленинского района. Так, на днях был выявлен сброс строительных отходов в пруд между деревнями Калиновка и Блютово. Немаловажную роль в раскрытии нарушения сыграла бдительность местных жителей. Они и сообщили о ситуации. В ходе надзорной деятельности с нами был выявлен факт отсыпки грунта по данному адресу. В настоящее время будет установлена организация, производящая отсыпки грунта. Руководство будет вызвано в отдел для предоставления всех необходимых документов. В случае, если сотрудниками Госсанэпидтехнадзора будет установлен факт незаконных действий, руководство организации, которое производит высыпку отходов, привлекут к ответственности.